Ну, за чистый водительский талон сейчас есть возможность поздравить своих любимых женщин в нашем эфире. Необычную совместную акцию провела ГАИ Первомайского района Минска и Белтелерадиокомпания. Сотрудники дорожной милиции останавливали водителей и проверяли их документы, чтобы найти самых добросовестных. Кроме сувениров от госавтоинспекции, они получили уникальную возможность от агентства теленовостей. Ну, вы говорили, не найдем. Видите, у человека ни одного нарушения нет. Поздравляю наших дорогих, любимых женщин с этим замечательным праздником. Хорошо, что есть такой день в году, когда мы вспоминаем о наших женщинах. Мы их благодарим за то, что они такие есть. Заботливые, красивые, умные. За то, что нас поддерживают. Останавливали инспекторы не только мужчин. Кроме сувениров и поздравительных открыток, все девушки-водители получили хорошее настроение на весь день.